В едином государственном реестре объектов культурного наследия зарегистрирован первый объект археологического наследия Ивановской области. В особый список внесли Ивановское городище в Шуйском районе. Речь идет о деревне Клочково, рядом с которой в этом году археологи обнаружили древний могильник. Его специалисты Шуйской археологической экспедиции искали почти 10 лет. На помощь в этом нелегком деле пришли рыбаки, которые обнаружили украшения 11 века и принесли их для изучения. Благодаря сознательности местных жителей, ценный с археологической точки зрения объект теперь станет достоянием всей страны. Артефакты, скрытые на территории городища, дадут археологам ценную информацию о жителях сельских поселений средневековой Руси в бассейне Тезы. Если у нас, например, в археологической карте Ивановской области в бассейне Тезы зафиксировано более 70 памятников, из них исследовано только 3. И мы решили, так сказать, эту картину коренным образом изменить, и поэтому мы в этом году принимали участие, вернее, осуществили это исследование Клочковского могильника, в результате чего наше сельское поселение 10-12 веков в Клочкове превращается в комплекс, который позволяет нам ответить на вопросы об этническом составе, что, в общем, всегда интересно.